13 февраля 1913 года ученицы младшего класса Барнаульской гимназии на перемене исполняют песню «Буря мглою небо кроет». Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Эти слова услышал председатель педагогического совета господин Белинский. На страницах газеты «Сибирская жизнь» он выразил свое негодование. Как преподаватели допускают такие песни в стенах гимназии? Сверху слышатся заботы об отрезвлении народа. Звучат предложения превратить винные лавки в библиотеки. А здесь, в гимназии, раздается приглашение выпить, возмущался Белинский. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. В феврале 1939 года в Барнауле вступило в силу постановление о мерах по упорядочению трудовой дисциплины. Один из пунктов гласил: рабочие и служащие, которые без уважительных причин явились на работу с опозданием более чем на 20 минут, к работе не допускаются, считаются прогульщиками и подлежат немедленному увольнению. 13 февраля 1981 года в Барнауле открылся магазин «Орбита». В нем продают радиодетали, черно-белые телевизоры и кассетные магнитофоны марок «Легенда 401», «Романтик М-306» и «Спутник 403». Магнитофон «Спутник 403» донесет до вас тончайшие оттенки человеческого голоса. «Спутник 403» – новый кассетный магнитофон.